Нескончаемый поток. Здесь бытовая техника, постельное белье, зимняя одежда, средства гигиены и даже мебель. Улан-Удэнцы несли и продолжают нести все, что может пригодиться пострадавшим от наводнения. И прямо с семьями приходили, с детьми приходили. И ночью, и утром рано уже приходили. Даже наши сторожа говорили, опоздают, если в рабочее время принести, через забор перекидывали вещи. В пункте приема Красного Креста склады забиты до отказа коробками и мешками. Практически все, что удалось собрать за 2 месяца, отправят в Хабаровск. 18 тонн вещей загрузили сегодня в контейнер волонтеры. Никто не застрахован, оказаться в такой ситуации. И вот все мы люди эмпатийные, то есть мы любим помогать друг другу и вот помогаем. Именно отзывчивость наших жителей позволила собрать такое количество гуманитарной помощи. К тому же на счет пострадавшим из Бурятии было переведено порядка 20 миллионов рублей. Пострадавшим районам уже направлено более 20 тонн картофеля, 20 тонн бутилированной воды питьевой, 18,5 тонн собрал Красный Крест. Уже через несколько дней контейнеры с гуманитарной помощью прибудут в Хабаровск, где с нетерпением ждут жизненно необходимый груз. Ольга Войлушникова, Илья Зиновьев. Новости дня.